После изнурительной жары наступила непогода. На улице холодно и ветрено. Желающих позагорать на пляжах нет. Но, тем не менее, подготовка к открытию пляжного сезона, который стартует уже 10 июня, идет полным ходом. Этим летом в Барнауле откроются 11 бассейнов и 4 пляжа. Бесплатный городской, водный мир, пляж на озере Варежка, на озере Пионерское. Во всех перечисленных водоемах специалисты взяли пробу воды, водолазы обследовали дно и дали добро на работу. 10 июня, если, конечно, небесная канцелярия будет благосклонна, барнаульцы смогут насладиться безопасными водными и солнечными процедурами в этих местах. Частично мы начали выставлять шезлонги, зонты. То есть уже подготовлены бары и кафе, выставлен звук, аппаратура, переодевалки, душевые, многомойники, туалеты. То есть все приведено в рабочее состояние. Поэтому я думаю, что 10 числа мы уже откроемся. На официальных пляжах, естественно, будут работать спасатели. Так, на одном из городских их будет 4. Один будет работать на воде и следить за купающимися. Другой в детской зоне, третий в общей. Еще один будет ходить по территории и следить за порядком. Купание запрещено. Такие таблички установлены в 25 местах краевой столицы. Те, кто игнорирует, рискуют здоровьем и жизнью. Водоем недалеко от городского пляжа. Купаться здесь категорически запрещено. Это небезопасно. Дно реки не обследовано, спасателей никаких нет. Но для многих это не аргумент. К слову, опасность представляют не только неофициальные водоемы, но и официальные причины безответственности некоторых родителей. Родители приезжают, детей бросают. А сами отдыхают, веселятся, гуляют. Ну, соответственно, спасатели приглядывают. Вот в прошлом году мы таких 4 ребенка вытащили. Руководство пляжей, конечно, надеется, что купальный сезон стартует вовремя. Вот только синоптики говорят об обратном. Ближайшие 10 дней будут довольно прохладными. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.